Брянской области России в воинской части произошел пожар. Об этом сообщили украинские телеграм-каналы. По информации, в утренние часы местные жители услышали 4 взрыва, после чего начался пожар. В эту воинскую часть для ремонта была доставлена военная техника оккупационной российской армии, которая была использована и повреждена в Украине. В результате пожара большая часть техники сгорела. Напомним, что в последнее время в России участились пожары.